Мост через старое русло Казанки, прозванный Горбатым, признали аварийным. Раньше здесь кипела жизнь. Сначала по нему передвигались конницы. Позже на смену пришли автомобили. Потом проложили по нему трамвайные рельсы. Жители понимают, что мост опасен, но однако за неимением альтернативы и дела привычки они не могут отказаться от передвижения по нему. Эксперты считают, Горбатого только демонтаж исправит. Мост через реку Ка в городе Ка с вековой историей будет пущен под снос. Стройка длилась долгие годы, будучи первой подобного масштаба для истории республики. Заменив собой временную переправу, которую каждый год разбирали перед весенним половодьем, мост был воспринят казанцами как подарок. Однако насыпь по обоим берегам реки оказалась ненадежной. Арка, соединявшая две слободы в одно целое, с самого начала была обречена на незавидную судьбу. Это же время было конструктивизма, время экспериментов, да, вот таких крупных большепролетов. Конструкции. То есть это по факту все были эксперименты, так или иначе. Еще до окончания строительства основание моста успело обвалиться. Свеженасыпанная земля – очень ненадежная опора. Всего на судьбу Горбатого выпало 33 несчастья. Забавно, что из-за недавно образовавшейся трещины многие думают, что он разводной. Нет возможности конструктивно его восстановить. То есть сохранить его в виде, какой он есть сейчас. Да? В наши дни объект ремонту не подлежит. На портале госзакупок уже появился тендер на разработку проекта по его сносу. Однако выделенные на техзадание деньги из бюджета Татарстана, 12,6 миллионов рублей, не входят в стоимость самого демонтажа. Начало демонтажа было намечено на осень прошлого года, но было отложено после обнаружения на его земельном участке объекта культурного наследия федерального значения. В будущем территорию Адмиралтейской слободы ждет колоссальная реконструкция. По инициативе Раиса Республики Татарстан, после возрождения Горбатого моста, по нему будет возобновлено пешеходное движение. Градозащитники предлагают создать на нем крытые рестораны. Облагораживание коснется и прилегающую территорию. Здесь будет открыт парк и восстановлено старое русло Казанки. Я думаю, лет 5-10 эта территория будет самая вообще интересная с точки зрения таких открытий для горожан, районом города. Для демонтажа уже был выбран подрядчик. Это ООО «Новый Град». После окончания работ красота этих территорий заиграет новыми красками. Ведь новый мост облегчит не только проход, но и поможет увидеть красоту Казанки. Валерия Камолова, Тимур Ахметов, Универ Новости.